А вот россияне-новички, в свою очередь, такую клятву перед получением паспорта уже дают. Дело в том, что если вы гражданин другой страны и решили стать россиянином, помимо различных бюрократических процедур, вам будет абсолютно необходимо принести клятву гражданина России. Сегодня такое мероприятие произошло в Доме дружбы народов. Сегодня в Доме дружбы народов будут давать клятву россиянина люди, которые еще никогда не чувствовали радость быть русскими. Событие это историческое. Шутка ли, клятву-то произносят впервые. Вот они, первопроходцы. Волнуются не меньше Гагарина. Но не только они, кстати. Волновались и болельщики. За кого переживаете? За свою землю. Гражданин Республики Таджикистан. Сначала мы предположили, что клятва будет танцевальной. Благо и надпись подходящая. И МС, судя по всему, профессионал. Ну, думаем мы, сейчас начнется. Торжественную церемонию, принесение присяги и получение паспортов гражданина Российской Федерации разрешили считать открытым. Но нет. На самом деле клятва выглядела так. Я, Гражданин Артем Маркович, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации клянусь. Новые россияне произнесли клятвы, пожали руки, и видно, что делали они это с волнением. Кстати, не только они. Вот, например, замминистра Кировской области. Он тоже сюда пришел подготовленным. Костюм фабрики большевички сегодня на вас. Вы даже это увидели. Все. Все российское. Все российское. Ну, может быть, за редким исключением. Про него мы говорить не будем, оно под одеждой. Мы были искренне рады за новых россиян. Но потом наша съемочная группа вспомнила. Не только клятва делает человека русским. На самом деле, чтобы быть полностью русским, нужно ведь не только принять присягу, нужно еще и в менталитет проникнуться. В принципе, да. А что такое шкалик? Шкалик, не знаю. Так, подождите, а что такое читушка? А это танец. Читушка – это танец. Да. Что такое халява? А, знакомое слово. Вот. Вы знаете халяву, знаете, 100% на русский петербург. Теперь вам в течение года нужно выучить слово читушка. Обязательно. Обязательно читушку, да. И шкалик, и тогда вы будете русский на 300% больше, чем я. Спасибо. Поздравляю вас. Ну и напоследок, чтобы вопросов вообще не оставалось, мы вместе с ребятами провели обряд инициации. Побежали. Ну что, ребята, нужно обнять березку. Давайте втроем. Давайте. Вот теперь вы точно 100% русские. Да. Спасибо и поздравляю. Спасибо большое.